Итак, друзья, мы с вами находимся на Суквакив. Это древний рынок, находящийся в самом центре Дохи. Здесь мало что можно купить, если честно. В основном товары, которые здесь продаются, не представляют никакого интереса. Hello, how are you? I'm fine. What is your name? Kimbiki. Where you came from? I'm Nepal. Oh, Nepal. Yes. For how long do you work in here already? I'm 10 months. 10 months? Yes. Do you like to be here? In Doha? Doha, yes, I like you. Why did you come here? I'm working. Working? Yes. Is it better work here than at your home? I'm in 2 years in contract. And contract finished, I go in back. Yeah. Okay. Yeah. Okay, thank you. Thank you very much. Have a good day. Друзья, мы с вами стоим у входа в магазин, где вы можете купить сокола. Сокол – это очень дорогая птица, статусная для катарца. Катарцы покупают ее для охоты. Одна птичка стоит около 300-500 тысяч рублей за птицу. Hello. Вот они сидят тут, соколы в шапочках, чтобы не пугались, чтобы никого не заклевали, не унесли. Привязанные птички очень с мощным клювом. It's okay. Ну, мне сейчас удалось подержать сокола. Птичка тяжелая довольно и очень дорогая. How much cost this bird? How much? Yeah, 5,000, 2,000, 3,000. $3,000? Euros? Euros. How often people buy? People buy 10 to 15 big birds. Uh-huh. So people buy? Yeah, people buy. Yeah, okay. Yeah. He has a name? No? Har. His name is Har. Yes. Okay. Okay. Thank you. Okay.